Друзья, рад приветствовать вас на 16-м уроке благотворительного проекта «Ритм без границ». И сегодня я вам покажу новый паттерн, а также расскажу про такой музыкальный термин, как свинг. Итак, друзья, свинг – это ощущение музыки, которое заключается в раскачивании ритма с помощью триольной пульсации. Что это значит? Если у нас с вами есть фанк, который мы с вами считаем таким образом. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре, и. Теперь, если мы сыграем этот паттерн с ощущением свинга, то мы получим следующее. И будем считать уже не в пульсации восьмых нот. Раз, и два, и три, и четыре, и. А мы будем считать в триольной пульсации. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И наши ноты, наш паттерн, будет объединен в такие пары. Три раз, два, три раз, два, три раз, три раз, три раз, три раз. И будет звучать это так. Раз, два, три, четыре. Раз, три раз, три раз. Раз, два, три, раз, два, три. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Обратно покажу вам контраст ощущений. Прямой ритм. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, свинг, и, раз, и, два. Прямой. И свинг. Таким образом, мы ощущаем, как ритм раскачивается. Свинг является основой джазовой музыки, джазовой культуры. Хочу вам продемонстрировать пример. Композиция «Love Me or Leave Me» талантливой пианистки, аранжировщицы и вокалистки Нины Симон. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for this reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Won't you love? Don't wanna borrow. Have today. Таким образом, свинг символизирует собой своеобразное ощущение запаздывания ритма в музыке. Думаю, со свингом мы разобрались. Теперь мы можем приступить к изучению нового паттерна. Итак, наш новый паттерн звучит так. Раз, два, три, четыре. Медленно выучим. Первая часть. Дум, чи, чи, дум, дум, па. Три, четыре. Дум, чи, чи, дум, дум, па. Три, четыре. То, чи, чи, то, ро, па. Два, три, четыре. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вторая часть. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Соединяем две части. Раз, два, три, четыре. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, четыре. Раз, и, два, и, три, четыре. Есть. Теперь сыграем с вами этот ритм с ощущением свинга. Получится. Раз, два, три, четыре.
Хочу обратить ваше внимание на контраст ощущений, которые мы получаем с помощью свинга. Сейчас я сыграю чуть побыстрее этот паттерн, но сначала в прямом ритме, а потом в свинге. 4 раза. 1, 2, 3, 4. Теперь свинги. Итак, друзья, сейчас мы с вами попробуем это сделать под музыку. Поехали. Есть в этом паттерне. Попробуйте его прохлопать или прощелкать, как уже вам больше нравится. Вот что я вам предлагаю. Don't you love, don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. До встречи на новых онлайн-уроках.